Привет всем! Снова выбрались на рыбалку, на леща, на то же место, где в прошлый раз мы были. Людей было поменьше, сейчас немножко побольше. Наверное, мое видео все посмотрели. Наверное, клево здесь сегодня не будет. В принципе, людей сегодня везде много. И на дамбе мы ехали, машин очень много стоит. Так что, где найдем рыбу, это вы узнаете скоро. Так, делают рюмочки. По удалению друг от друга метров 10. Ищем рыбку. Зашел у меня сход. У меня тоже. Что, ребят? Поставил две снасти. У меня был сход, у отца был сход. Пора бы забить чайку. Да? Чайок тепленький. У меня тоже сошел какой-то, я не знаю, вообще мелочь. Что, за рыбалку. Бум. Была поклевка на этой луночке, наверное, прозевал. Опа. Все, видимо, там тишина. Клевала мотыбика. Можно с игрой позаморочиться. Тут такая мормышка хорошая, что мне можно поиграть. Куда? Ребят, кого-то тащи. Это очень, очень мелкая. Или не мелкая. Ушел. Мелочь, но ушла. Сошел. Понятно. Была поклевка. Тащу какого-то зверя. Небольшой пластик. Наконец-то что-то есть, ребята. Вот он, первый. Первый есть. Не может это не радовать. Фух. Ну, за это можно чайку выпить. Дубль 2, парни. С одной и той же руночки. Этот взял на игру. Ну как игру? Я поправлял удочку. Он взял. Получается, на игру. Вот такие дела. У моих пока ничего. У меня два схода, два есть. У моих поклевок нет. Ребят, тащу еще какого-то зверя. О, сопротивляется слабенько. Стандарт. Стандарт, парни. Крупного пока нет. Ну и такому рады. Ну, ребята, не горды. Линявенький. Линявенький. Посадим мотылечка. Опа. Берем на черную мормышку с красной бусинкой. Не знаю, как называется. Брал в магазине Fishing Roy. Некоторые не любят, люди рекламу этого магазина. Я беру все там. И мне за это не платят. Жаль. Хотя, какая разница. Нет, этого плавно. Главное, чтобы приманки работали. Отправил удочку. Что-то, смотрю, кивок не работает. Тащу. Надо больше, чаще настраивать удочки. Клев лучше. Есть кто-то. Опа. Откидик. Я уже поставил здесь две удочки. Так, этот взял на черненькую. Немножко. Леска здесь на 12. За рыбалку. А, хорош чаек на морозе. Ребята, что-то покрупнее. Наконец-то. А то мелочь, да мелочь. Хорош. Это для меня уже хорош. Сработало на опускании.
только-только опустил удочку. 5 секунд поклевка. Короче, клев поставить некогда. И шейра, сразу поклевка. Вообще вот на стоячку никак, Олег. Поиграл, опускай удочку, а кивок на дно не ложится, понял? Я думаю, что за хрень? У меня здесь мормышечка легенькая, не пойму, то ли лег он, то ли не лег. Ну нормально. Главное, что клево есть. Прошел погуляться по луночкам, и вот у меня поклевка на там, на одной из первых. Ластерик. Не зря прошелся. Дружище, хватит, все. Тише. Все нормально. Ты в надежных руках. Думал, нет, а он сидит. Да, он спрятал. Давай тяни потихоньку, руки не отрывай. Он мелкий. Такой же мелкий. Вот хороший один только. Где? Да, может его выловили. Это сколько палаток, да? Так, наверное, часа за полтора все-таки подошел один лещик. Да, часа полтора, наверное, поклевки не было. Перерывчик такой был. Немалый. Ну, рыба имеется в этом месте. Это уже радует. Так, ребят, клев вообще перестал. Сидим. Уже за час, наверное, одного лещика я поймал, и все. Так же стало у моих. Сейчас я вообще зашел, так никого нет. Вдалеке. Сейчас здесь кормушечку прикормлю. И у себя еще одну. Через часик сюда подойду. Попробую. Сейчас метра полтора-два подниму. Сделаю такое облако мути. Не точечно на дно. Через полчасика сюда приду, попробую. Примерно так это выглядит. Вообще клюва нет. За последний час поймал одного окуня и все. Судак. Без мелкого судака рыбалка не бывает, да? Судачок. Мелкий-мелкий. Иди отсюда, гад. Отвлекает. Я думал, у меня тут лещ. Так, ну что, ребят. Мы уже заканчиваем. Уже вечереет. Начало четвертого. Поймал я после этого еще пару подлещиков. Ну, собственно, все. Все уже уходят. Сегодня у всех слабо. По крайней мере, в нашем районе. Возможно, уже этот подлещик, лещ ушел на глубину. Надо искать его в другом месте. На этом мы заканчиваем. Что я поймал? Ну, где-то два десятка подлещиков. В принципе, мне хватит. На тараночку пойдет. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, все равно ставьте лайк. Всем пока. До встречи.